В период с 1 по 6 марта сотрудниками ГИБДД остановлены 3 автомобиля, водители которых находились в состоянии алкогольного опьянения. Штрафы за нарушение ПДД получили 25 пешеходов. 54 водителя управляли транспортным средством с технической неисправностью. В период с 1 по 6 марта 2022 года на территории Великоустюгского района зарегистрировано 19 ДТП. Еще 3 дорожно-транспортных происшествия зафиксировано уже на текущей неделе в праздничные дни. Сотрудниками ГИБДД выписано несколько десятков протоколов за различные правонарушения. До 7 и 8 марта 2022 года сотрудниками ГИБДД МВД России по Великоустюгскому району пресечено более 70 административных правонарушений. В том числе пресечено 5 нарушений водителями, у которых отсутствовало водительское удостоверение. Выявлено 4 водителя, находящихся в состоянии опьянения. За прошедшие праздничные выходные на территории Великоустюгского района произошло 2 пожара. 8 марта в 6 часов 42 минуты на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании бани с пристроенным к ней гаражом на улице Кирова. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огнем повреждена внутренняя отделка предбанника, бани и гаража. Еще одно возгорание произошло 5 марта в 21:14. На улице Щелкунова во дворе дома номер 39 загорелся легковой автомобиль. В ликвидации возгорания задействовали 7 пожарных и 2 единицы спецтехники. Обнаружено горение открытым пламенем легкого автомобиля марки «Opel Vectra». В результате пожара повреждено лакокрасочное покрытие моторного отсека и остекление автомобиля на общей площади 2 квадратных метра. Предположительной причиной пожара является неисправность электрооборудования транспортного средства. По информации отдела надзорной деятельности, пострадавших от 2 пожаров за выходные и праздничные дни не зарегистрировано. Степан Крижановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».